12 глава послания святого апостола Павла к римлянам. С 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Толкование блаженного Феофилакта. Достаточно, побеседовав о догматах, апостол теперь переходит, наконец, к нравственному учению. Так как показал неизреченное домостроительство о нас и благость Божию, то умоляет милосердием Божиим. То есть, самое милосердие Божие представляет умоляющим, чтобы хотя его устыдились и не обнаруживали ничего недостойного оного. О чем же умоляет апостол? О том, чтобы мы представили тела свои, то есть отдали их на брань. Так обыкновенно выражаются в просторечии. Полководец представил войска свои на войну. Иначе, мы должны представить члены свои Богу, как царю, безукоризненными и наилучшими, ибо таковые предстоят царю. Потом мы должны представить их в жертву живую, ибо когда умерщвляем их, тогда живем по духу. Итак, жертва иудейская неблагоугодна Богу. К чему мне сказано множество жертв ваших? Исаия, 1 глава, 12 стих. Стучится, откройте. Но жертвы верующих, то есть словесного служения, сильно требует Бог. Принеси Богу, сказано, жертву хвалы. Псалом 19, 14 стих. И кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Псалом 49, 23 стих. А состоит разумное служение же не в том только, чтобы обращаться к Богу посредством слова, но и в том, чтобы жить по-христиански, чтобы не царствовала в нас никакая бессловесная страсть. Но всем управлял ум, и чтобы каждый был как бы архиереем для самого себя, закалая кроющееся внутри себя зло, представляя себя всегда стоящим пред Богом и трепеща от страха при всяком действии и слове, подобно первосвященнику, предстоявшему у жертвенника Божия. Вот не заметили, когда закалая словом применяет нравственным каким-то пороком или добродетелью. Это все монахи в пустыне придумывали. Здравомыслящий человек, вот нормально считающий Писание, без всяких толкований, он никогда до этого не дойдет. У них время было как раз. Жену или не познал, или оставил. Проще говоря, сбежал. На алименты его никто не вызовет. Детей нет или не было. И он теперь один целыми сутками сидел один. И вот он теперь эту фразу одну обмусолил, а ее никуда не прилепишь в пустыне-то. Представьте тела ваши в жертву святую. Какая у него жертва-то? Кому она нужна, эта жертва-то? Сидит он в пустыне. Я вот задумался в последнее время. Дня не учился в семинарии. И меня некоторые упрекают. А что у вас? Какое образование? Как какое? Я считать учился в школе. Ну а духовное? А что имеете в виду? Ну, семинария, академия, я говорю, а что еще? Ну, магистратура, там еще тоже выше есть. На профессора, на Кураева там учиться надо. Это не просто так. Я говорю, ничего не кончал. Так а что ты тогда богословствуешь где-то? Душа просит. Душа рвется на это. Я говорю, а у вас урок такой есть, как быть человеком? А что это за урок такой? Ну, отец русской педагогики, это не Ушинский, Николай Иванович Пирогов. И когда спросили, кем хотите, чтобы ваш сын был, он ответил, человеком. Слово «человек» включает в себя все нравственные качества, описанные в Евангелии. Человек неповрежденной психикой, с неповрежденным характером и природой. В Адаме все умирают, то есть умер. Во Христе живут, ожившие во Христе. Вот смысл какой. Я говорю, у вас есть такой урок, как быть человеком?
Ну, нет. Ну, у них там один профессор выступал, однажды сказал, вот некоторые из вас примут ангельский чин, ну, а некоторые все-таки останутся простыми, останутся человеками, сохранят человеческий вид. Ангельский – это монашеский. Я думаю, а какой урок бы вы сказали нужен? Ну, как не быть подлым? Дальше. Как не бояться за свою шкуру, за пузо за свое, за достаток свое, за свое место, за свою профессию? Вот здесь вот о чем говорится-то. Тела представить в жертву ты не можешь представить, если она, плоть продана уже другому, страху. Как избыть страха человеческого, страха иудейского? Это я особой дисциплины ввел бы в это. Это целая программа. Это большая программа. Я бы растянул на все курсы года обучения вашего. Как не стать подлым? Лицемером. А? Лицемером. Лицемером, но это все входит в это. Ну. Это подлость, лицемерие. Как не стать предателем? Потому что ты будешь похож на дьявола, на Иуду. На кого угодно, но не на человека. Все человек. Он его признал человеком, Пилат говорит. Все человек, с большой буквы. Как стать человеком? Как отделить добро от зла? Вот теперь я смотри, говорю. Скажите, вы вот это знаете, что выступал патриарх, говорил там об этом? Ну, знаю. А концовка какая этого должна быть? Они не понимают, о чем я говорю. Ну, с какой смысл всего, что патриарх говорил, что нужно крестить полное погружение? Говорил, говорил. И он говорит, меня не слышат 98% священников, патриарх Алексей. Это все напечатано к истинному православию, там, с церковной хроники. Московская патриархия. И как будто он никогда не говорил. 93-й год. Вы понимаете или нет, что это означает? То есть вы не слушаете Слово Божие, ни первого иерарха своего, ни патриарха. Вы никого не слушаете. Почему утроба? Вот. У нас здесь был священник, отец Павел Ермоленко. А к ним туда, в Камень-на-Оби, это город в Алтайском крае, большой город, приехал местный архиерей Максим Дмитриев. Вот. И он выступал, и задали вопрос относительно крещения. Говорит, надо крестить правильно, как положено. Он уехал, как крестили, так и крестят. Но Максим до него был, Масендич, фамилия его, он принимал решения неправильные, и они приняты. Антоний. 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 Выполняется? Нет, не выполняется. А почему? Скатились вниз, перестали крестить, теперь оттуда их не вытащить. Ну а ты был бы, что сделал? Не. Согласно канонам, запретил его, и все на этом. Все. А как тогда ему стать? Никак. Пока он не найдет тех людей, которых перепортил, и не покрестит правильно. Вот он бы у меня попрыскал, я бы его заставлял без ошейника около ноги ходить. По команде рядом. Ну, бодливой корове Бог рог не дает. А знаете, среди вас был пророк, один человек так сказал, я вам Слово Божие возвестил. Вы понимаете, что вы загубили все таланты свои. Вот когда этот Максим пригласил или как, отца Павла он пришел, то ему местный, один друг его, посоветовал, ты возьми мой магнитофон, ну и тайно запиши, когда будет разговор. Ты ему задай вопрос, скажи, владыка, крестить-то надо по полному погружению? Он скажет, надо, теперь эту пленку ты тем попам своим в Камне на Оби покажете. Там Гордиенко Николай, бывший парторг, к слову сказать. Ты ему покажешь. Ну, отец Павел, увидите, какой он из себя. Рыбак. Он берет, плохо спрятал, или он шабарчал, или еще. И во время, когда он разговаривал с ним в епархии, он стрельнул. В управлении-то. Он у него там, ну, вот такой молитвы сегодня он бы никак не нашел. А тот он его нашел. Представь, отец Павел, могутный русский мужик такой, да он себя взданул один раз там, от архиерея даже, говорит, подметки отлетели бы. Но он этого ничего не сделал, он молчал. Он его поднять руки, начинает его обыскивать, находит. Рядом Войтович находится, кажется, там да. Был, там кто-то погиб. Старший Войтович и погиб. А? Старший Войтович и погибло были. Да. И они видят, что беззаконие творится, и ни слова не сказали. Младший был, Александр. Александр, да. И он говорит... Только не сопротивляйся, подсказывают перед архиереем. Он не сопротивлялся, он с него ряску снимает. Крест серебряный снимает, магнитофон отобрал и по сегодняшний день не отдал. И он сколько Павел не просил прощения, священник Павел Ермоленко, ни под каким видом. И вот эта подлость их, она на каждом шагу. И однажды, что-то я не знаю, то ли хорошо выспался, или
Поел хорошо Максим, и в алтарь его пригласил. Он не неотлученный был, Павел-то. И он туда нашел, и попыток глядят, вчера они его гнобили, Павла-то, а теперь он так, они вокруг забегали, кланяются все. Архиерей только мигнул не так, мигом его за ноги вытащили. У них нет своего мнения, когда снимали с него вязку, почему два стояли лба, молчали? Сказали, владыка, он же ничего особенного не сделал. Он объяснил мотивировку, я хотел записать не чужие слова, ваши. Я вас люблю, владыка, чтобы ваши слова представить нашим бракоделам. Чтобы они не портили людей-то. Чтобы люди возрождались в крещении, чтобы не удушали их там. Архиерей пошел этим, он очень злобный, непримиримый. Ему только в старобрядцах быть. Зачем он здесь, я не знаю. Притом в интернете везде говорят, он абсолютно неконтактируемый, не идет. В интернете про него знают. И как раз указывает на меня. С Лапкиным так легко идти на контакт, говорит. Он, и он с ним вообще никакого контакта не имеет. С Георгием этим Титовым. Вот Вася туда подался. И ни один не встал. Меня спрашивают, а вы? Ну да разговаривать не было. Я тут же вмешался в драку бы. Я даже в драку полез. А он сам решил. Да пошел он со самым своим. Человека, брата моего, обижают. У меня перед окнами на ножах схватка была, я внутри взорвался туда, в эту, из окна, говорит, чуть не выскочил. И разодрал всех их. И все ножи опустили. Как у отца Арсения было. Я потом только опомнился, что же я делаю-то. На ножах дерутся, на ножах. Кровь льется. Я в середку втиснулся и... Откуда Бог дал силу? А я бы тут перед этим стоял. Да зачем он мне нужен? С такими плюгавыми-то я расправлялся, говорит, одним ударом. Так посадили бы. Ну, я сидел бы, знал за что. Зато бы его на путь истинно наставил. Но я христианин, я ничего не могу этого делать сейчас. Я могу только плакать о нем. Я не могу его не ударить, я не могу его осудить, я только плачу о нем. Я о нем каждый день о Максиме молюсь. Каждый день. Он дорог мне, как архиерей. Он меня презирает, а мне этой разницы никакой нету. И вот когда они считают что-то где-то по Писанию, почему они до конца разговор не давали? Скажите, ситуация у нас сейчас, вот, ну, блокадный город Ленинград. Была такая ситуация? Да, была. Иерусалим был окруженный, люди ели друг друга. Писание говорит так, как Ленинград, да, похоже. Но за что Ленинград постигла вот эта беда, чума? А кто его знает? А Иерусалим-то, если подобное, за что? Там написано, за то, что отступили, меня оставили, будете есть в голоде, в осаде. Если то похоже, то похоже и причина. Почему вы дальше-то не договариваете-то? А если это отступление, в чем оно отступление? Это не в попах, не в патриархе, не в сергианстве или этом предательском, не в экуменизме или вашем. Они не рассуждают дальше. И любой вопрос, это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были похотливы на злое. Это образы для нас. 1 Коринфянам, 10 глава, 6 и 11 стихи. Они ни в одном вопросе до конца не договаривают. Нигде. Притом никогда. Вот это подлость их. А почему? Каждый боится. Патриарх боится всех. Ну, мог он, когда целуется там с президентом, сказать, ну, маленько, обрати внимание, что делается, это народ-то, ну, ограбленный. ЖКХ-то не могут оплатить, минимальные пенсии, прожиточного минимума никакого нет. Мне хватает, я скажу, мне хватает, я просто о людях говорю. Ну, может, ему хотя на ухо шепнуть, да укусить его, чтобы он спидригай вот этот вздрогнул. Ни разу, нигде. А голосуйте за президента, ну, может быть, и надо голосовать, тебе-то какое дело, ты его знаешь? Ты знаешь, какой у него разряд масонской ложи? Ну, Путин, говорю, Ельцин, когда вступал в масоны, у него прямо лента «Комсомольская правда» на первой странице. Ему присвоили там звание магистра какого-то масонов. Открыто! И награждала его Джуна. Давиташвили, что ли, там она какая-то? Ведьма-то главная была. Сегодня даже этого нету. Все тайно-тайно таятся. Но это-то в открытую видно. Меня бы одного только вызвали, я бы им всем подсказал. Скажите, вы воюете против меня. Чем я вам не подхожу? Ну, не так я один, да. Ну, не так. Ну, это не причина, чтобы клеветать. Но ведь клевещить это не на то, что у меня голова лысая, и то, что пигментные пятна у меня. Не за это. А за то, что я говорю, и что написано. А я говорю-то в основном против вашего невежества. Что вы народ обманываете. Что православие сегодня выродилось в секту, которая отсекла себя от апостольского времени, от евангельской проповеди. Почему вы людей не призываете, согласно посланию к Филиппийцам, подвязаться единодушно за веру евангельскую, не за православную? А православие-то вы не знаете, вы его не нюхали. Златоуст православный или нет?
Игнатий Богоносец православный или нет? Это тот ребенок, которого Христос брал на колени, обнимал и говорил, будьте как дети. Поликарп Смирский, Ириней Леонский, православный или нет? Они разве так жили, как мы живем? Разве они перед властью виляли хвостом? Им власть шла навстречу, как Поликарпу. Мы спасем, только скажи, ну как Маковейскому там было, Елеазару-то. Мы дадим тебе мясо, ты принеси жертву. А люди будут думать, что свинина. Он говорит, хорошо, и буду думать, что старый Елеазар свихнулся. Одна мысль о том, что я опозоренный, умру, хотя я не приносил свинину. Тогда они хотели подменить ее. А народ-то этого не... Чтобы народ не знал только. Вы жертву приносите кому? Из чего? Ну почему нет пророческого гласа в России? Они нигде не принимают доброе. У меня доброго ничего нету. А он сектант. Давайте распишемся. Я сектант. Пишите. И поставьте печать. Лапкин Игнатий Тихонович. Рождение 1939 года, 10 июня, поселок Карповский, Тюменского района Алтайского края. Сектант. Еретик. Распишитесь, дайте мне. Больше ничего не надо. Они не дадут никогда. Я их вплоть до патриарха всех потяну в суд. Теперь докажите, в чем мое неправославие конкретно. Я хожу в храмы, я на литургии. Прошлое воскресенье, батюшка, был, я причащался, исповедовался, посты соблюдаю, исповедую святую нераздельную Троицу, символ веры, стою на литургии, все принимаю. В чем мое неправославие? То, что я говорю, что вы подлость расплодили здесь, как сырость в болоте. И такими делаете своих последователей. Худшими, говорится, сынами гиенны. Обходите море и сушу. Они не могут мне обвинения даже представить, но клевещут поза углами, шипят и все. Я должен об этом думать. Как я могу соединяться с ними-то? Но они говорят, такие-то мусульмане, такие сектанты. Я знаю не хуже их без семинария, без академии. Я на несколько раз прошел Коран по пунктам. Целый том издал, 752 страницы. Каждую суру и аят разобрал сравнение с Библией. Я вижу ошибки с Исоевичем, но есть места, где я до Исоева не дорос. До его героизма. Ну и дальше-то что? А хорошее взять у них? А у мусульман-то сколько хорошего всего? И об этом Дмитрий Смирнов говорит. Что они ближе ко Христу, чем наши крещеные. Он опять не договаривает, что эти крещеные тобой, крещеные поршеные. Он дальше-то не говорит. Что вот эти православные, которые с бабушки, которые к храму везет, он деньги дерет, а мусульманин не берет, он не говорит, что это наши прихожане, церковная полнота. Дальше-то он почему не говорит-то? Они все обманщики. Но это нельзя сказать, что мусульманин такой, как ни одного пьяного нету. Ну нет, ни одного. Я его не видал никогда. Ну, не будем считать в Казахстане, это фальшь одна. Ну, настоящие это мусульмане. И они строго выполняют написанное. Там положено голову отрезать, он отрезает. Ему говорят, ну твоя мать вдова, если сейчас она с мужчиной... Зарежу. Это интервью берут у него. 18 лет. Ну а сестра твоя сейчас где-то... Зарежу. И можешь не сомневаться. У него кинжал очень отточенный. У нас ничего не можно сделать. Если она блудница, ее отлучают от церкви. 12 лет считаю, что она сегодня рассталась. И он ее причащает. На ней этих младенцев убитых, ее сыновешек, все ее даже не видно будет, эту бабу. Причащают. Ходили, смотрели Кашпировского, то Чумакова. Причащают. Никакой эпитимии нету, разряда оглашенных нету даже. Они обманщики. Он говорит, оглашенные, зайдите, никто не выходит. Двери, двери. Ну, двери, двери означает, что двери запереть. Вот что означает. Двери запереть, чтобы никто чужой не вошел. А они обманщики. Литургия обмана. И сегодня не храм Богородицы, а комок Богородицы. Торговая точка Богородицы, вертеп Богородицы. Как угодно называем, но только не храм. Потому что храм, дом мой, Бог говорит. И он его сам ощущает. Они обманщики. В названии во всем ложь, ложь, непрерывная ложь. Я это мог бы сказать им. Они не допускают. И он когда считает, он в ужас приходит. Да как я? Да ты никто здесь. Никто. Ты только статист, свидетель. Ты крещение можешь определять только по тем квиткам, которые есть. Остальные ты, ну, левый заработок у тебя. Крестил, деньги в карман. Ты ни одного не знаешь из венчанных. Тебе задал вопрос, архиерей, 502 свадьбы было. Венчание, 502. Сколько развелось, ты не можешь сказать, почему? А ты ни одного не знаешь. А сколько ходило в церковь и в этом году не ходит, навсегда ушли в сектанты, не знает. Вот Берестов есть такой там священник. Берестов, Берестов. Ну ладно, я на него наткнулся. Он говорит, а там ему вопрос задали об еговистах.
свидетель Иеговы. Он говорит, знаете, последние 30, кажется, лет количество их увеличилось в 100 раз. Откуда такие данные? Ну, это шок. Ну, так что он тоже не договаривает. Но если у них такой большой прирост в свете, и ни у кого такого больше нет, ни у баптистов, ни у харизматов, ни у кого нету. Ну, можно сказать, а за счет чего это у них так-то? На той же самой территории. За счет чего? За счет благовестия. Ну, то, что они ходят от дома в дом, назовем благовестие. Пусть оно не благовестие. За то, что они все идут до одной бабки. Одного пацаненка. Ну, если это так, и у них такой прирост, почему не сказать, ребята, давайте-ка мы это придумаем и пошлем-ка своих бабок. Ты никого не пошлешь, я пошлю куда-то. В другое место выйдешь. Нам учиться-то есть у кого? Китайцам нельзя давать земли. Почему? Они что-то знают, а что пока не знают. Что они сажают, а что сажают, тоже не знают. И эти растения все соки из земли вытягивают, и земля через 3 года полностью сухая. И они переезжают на другое место. Ну почему у вас-то оно за 10 лет не рождается у китайца за 1 год, если он знает-то? Да у нас только земли хоть каждый день меняют участки. Все вооборот можно создать. Они опять не договаривают. Они обманщики. А что, попы должны вникать в сельское хозяйство? Должны, согласно Слову Божию. Вышел сеять и сеять. Куда сеешь-то? Самые притчи говорят, что мы все аграрии. Мы все должны понимать, перевернуть это все, нигде не договаривают до конца, поэтому их грамота, семинария, академия, они ничего не значат. У них все знания нужны только для того, как оправдать грех. Это, вот которые у них бреют бороду сами, это пленники Иерихона. Давид сказал, идите в Иерихон, сидите половину бороды, пока отрастет у них. Вот и все. Ну, включи правила хотя бы Давида, хотя Ветхозаветие. Если ваша праведность не превысит праведности книжников фарисеев, не войдете в Царствие Божие. Да не из сектантов никого не останется нигде. А нужно, да все были с бородами, все. Ну, а кому борода нужна? Ну, мужчине нужна. Это бритый, это жена подобный, ну, жена нет. Ну, борода растет ненормально, это гормоны что-то сорвало, там, система эндокринная, там, что угодно можно придумать. Но, однако... И что интересное, мне интересно, сектанты выпускают разные картинки. Гюстав Доре, католик, но на картинах везде все с бородами. Он ни одного, ни пророка, никого без бороды не изобразил. Гюстав Доре, это лучший иллюстратор. Дюрер там, ну, почему они не изображают? Сикстинская Мадонна, Микеланджело, почему папа Сикст изобразил с бородой-то? Рисовал бы, как католик, с папой Пия XII бы. Благословитель Гитлера. Но однако этого нет. Они везде обманщики. А почему? Потому что виновны в этом. У свидетелей, так называемых, назовем, свидетелей Иеговы можно чему поучиться. Сегодня мы бы здесь уже не были. Мы бы уже 2 часа ходили по квартирам, раздавали, а нам есть куда звать. А я никуда не могу звать, а только в храм, в котором все погубит. Я сегодня назвал цифру, я так прикинул. Порядка 15 тысяч у меня бы приход был. Это определенно уже. Сколько я выселил, какие люди приходили, которых я всех направляю в патриаршие храмы и их всех губят. Почему? Я не могу никуда звать, я не могу ни одной общины образовать нигде. Люди приходят и, ну мы хотели бы занятия, ну собирайтесь, батюшки, езжайте под благословением. А кто я там это сказал, отвечает Игнатий, да это еретик, перестаньте вы, идите домой. Все. Я приезжаю там в Вышиной пустыне, я к этим людям не могу зайти, пошел ты еретик. Отец Роман сказал, что ты еретик. Так вы были? Вы как сказали, мы и были. И он нас это. Я сам поджигаю себя сам. И по сегодняшний день я не могу по-другому, я православным. В слове православным я выхлестываю все, что может связаться с Евангелием. Я могу только внутри себя исполнять. Я не могу нигде не создать ни общины, ничего. Почему? Я не священник, я не могу не благословлять, я не могу литургию совершить. Ничего нету. А священник они не дают. У них сейчас задача уничтожить отца Иакима. Не физически. Ликвидировать его. Они сейчас тщательно следят за его здоровьем больше, чем он сам. Не оторвется ли пружинка раньше времени? Они вопрос решили бы мгновенно сейчас. Но Бог дает ему здоровье, будем молиться, чтобы дал. А нам разницы нет, сколько попов православных здесь будет, патриархийных. Пусть 100 раз больше будет. Но пусть они не сидят и людей не обманывают. Они не держат слова своего. Я говорю нынче, я думаю... Далеко я хочу из Силькульта, но заеду. Почему? Мой родной брат, протоиерей, отец Аким, там служил.
И ради его я поехал. И священник принял, показал брошюрку. И там отец Аким сидит, только назвали отец Иван его. Почему, не знаю. И я ему подарил все 38 томов. Он поставил печать. Расписался. Мы выехали. Кажется, через 4 часа он звонит. Не звонит, а СМС. Заберите книги, иначе я их сожгу. За 4 часа он даже картинки не посмотрел. Это ни один безбожник так не делает. Ты принял, меня обнимал, благословил еще в машине. Даже не выскажешь, как проводил по-братски. Что за это время случилось, я не знаю, могу только предполагать. Один из вариантов, что он где-то открыл и увидел, что не одобряется. А другое, позвонил кто-то, сказал, я больше не вижу, сам он ничего не мог узнать. А где-нибудь было с безбожниками? Никогда. Вот у меня книги эти покупали кто? Который меня судил судья Макаров Владимир Александрович. Приехал, который курировал все дело, Никулин Юрий Михайлович, полковник КГБ. Которые меня судили. Следователи. Все приезжали здесь, покупали книги. Были. И ни одного замечания по сегодняшний день нигде нету. Почему? А у них разум работает. Мозги не отшибленные. И вот это ходит, отдайте тела ваши в жертву. Нельзя его тело отдать, если ты от него не отрекся. Ты не бойся, что отнимут должность, не будет зарплаты, нечем жену кормить. Бог мой питатель, как он протопоп Аваку. Моим телом живы не будете. А доколе? Она спрашивает его, Петрович, да самая Марковна смерти, да самая. Вот таких жен надо найти, таких Авакумов, только чтобы за Библию они сторожались. А тогда тела свои отдали. Он отдал полностью себя, тело свое. Давай. Продолжим. Второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Толкование блаженного Феофилакта предлагает способ, как можно нам совершать словесное служение. Он состоит в том, чтобы мы не сообразовались с веком сим. Не сообразовались с веком, ибо в нем ничего нет постоянного и прочного, но все временно и имеет только наружный образ, а не сущность или пребывающее существо. Итак, не сообразуйтесь, говорит, и вы с веком сим, не имеющим постоянной сущности, то есть не помышляйте о находящемся в нем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, то есть всегда обновляйтесь. Ты согрешил, душа твоя обветшала, обнови ее. Ты отчасти исправил нравственность свою, постарайся исправить ее более и более. И ты станешь новым, преобразуясь всегда к лучшему. Заметь же, что мир назвал наружным образом, означая тем его удоборазрушимость и временность. А добродетель назвал существенным образом, так как она имеет природную красоту и не нуждается в наружных личинах и прикрасах. Мир имеет наружный образ, чтобы вести нас в обман. А добродетель показывает свой существенный образ без личин. Поэтому мы должны всегда преобразовываться по добродетели, обновляя себя от зла на добро и от меньшей добродетели к большей. Сказав, что мы всегда обновлялись, делаясь новыми, показывает, какая польза от этого обновления ума. Оно, говорит, полезно, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Кто обветшал умом, тот не знает, в чем состоит воля Божия, не знает, что Бог хочет, чтобы мы жили в смиренном мудрии, любили нищету, плакали и исполняли все прочее, заповеданное нам Богом. Напротив, кто обновлен духом, тот знает, в чем состоит воля Божия. Знает точно так же, как и иудеи, держащиеся закона. Волей Божией был закон, но неблагоугодной
и несовершенной, потому что дан был не как главная воля, но как приспособительная к слабости иудеев. Совершенная же и благоугодная воля Божия есть Новый Завет. Впрочем, согласно с Василием Великим, можешь и так понимать. Много такого, чего хочет Бог. Иного хочет Он для благотворения нам. Это называется благим, как исполненное благости. Иного же хочет Он, как прогневляемый грехами нашими. Это называется злым, как огорчающее нас. Хотя и Его цель благо. Поэтому, чего хочет Бог для благотворения нам, тому и мы должны подражать. А что возбуждает чувство скорби, того не должно нам делать. Ибо не мы служители зла, но лживые духи. Посему, во-первых, подмечай волю Божию, благая ли она. Потом, когда узнаешь это... Подожди, нужно знать первое, что благая ли она. Вот сразу вопрос. Апостол Павел говорит, познавайте. Я сразу вопрос ставлю, а ты сам-то ее познал или нет? Павел бы здесь. Ну, теперь мы, зная Павлово послание, так можем сказать, что волю Божию он не познавал всегда, не мог познать. Она была скрытая. Вы верите в это? Вы думаете, что он каждый шаг свой знал заранее что-то угодно? Попытались эти Васи, дух воспрепятствовал. В другое место воспрепятствовал. И вдруг ночью видение, не монашеское видение, не в пустыню иди, а иди к македонянам в Югославию. Иди там, и мы ждем, помоги нам. Он не знал эту волю. Он хотел узнать. И представь себе, говорит, дано жало в плоть. Ну, жало, мы понимаем, крючок там какой-то, вонзилась в плоть. Вот. И я, говорит, 3 раза молил, удали. То есть он хотел, он думал, что не надо это. И вдруг Бог заговорил с ним и сказал, довольно для тебя благодати моей. Терпи это жало. А что такое жало? Оказывается, это гонители, те, которые были против него. Мы, говорит, терпели бедствие от лжебратьев на дорогах, от разбойников на дорогах, от лжебратьев. Это жало в плоть. У нас, говорит, священник. И воля Божия та, чтобы это было жало, были гонители, это очищает нас. Вот сейчас, что у нас там некоторые делают, вот, потеряевки, конкретно. Ну, казалось бы, вообще, да только бы помолился, что Бог запретил рот разевать-то. Ну как, у Захарии это забыл. Это жало плоть. Приезжает муж, я говорю, это ради тебя она такая. Она ж такой не была. Чтобы пробудить тебя, утробу твою растрясти. И нам она на пользу. А что с ней делать, если она всех детей отвращает от церкви? Молиться. Это жало в плоть. Она поносит ужасно все. И ничего не сделаешь. Это воля Божия. Почему? А мы молимся, но не по-нашему. Это значит, Богу не угодно, чтобы вот как-то не было гонения. Да оно и есть гонение. Один лежит парализованный, пимен много болящий. А у другого гонение непрерывное. Самые близкие враги ему домашние. Познавайте волю Божию. Так Павел эту волю-то познал, когда Бог заговорил. А вот Богу угодно нет, чтобы я вот так нуждался в средствах, вот как я нуждаюсь. Даже не выскажешь как. Что интересно, маленькую лепточку мне вчера прислали. Это уже на книги, когда они выйдут, мы уже вроде в очередь становимся, чтобы книги нам были. А даже на книги стоимости-то нету. Ну ничего, это тоже обнадеживает, слава Богу. 3000 это ого! Не просто так. Я не как русский, все или ничего. Я как еврей, копейка копейки. И все равно будет богатство. Будет. Мне и надо, то всего 1 400 000. И книги выйдут хоть завтра. Немножко, ну помолитесь. Я волю Божию не знаю. Я каждый раз говорю, Господи, а угодно ли тебе? Один мне, а книги зачем сейчас в интернете? Я говорю, в интернете. Ты да. Где был? Тебе в интернет дадут, если посадят, а книгу можно достать. Ты едешь в степи, электричество и Чубайс, конец света и нарисовали. Я как говорил, так и есть. Стоит Чубайс в каске этой электрической и за рубильник держит. Какого там? 21-го он дергит и конец света. Погасло. А 22-го после конца света отдам, чтобы похмелиться могли. Не мимо, говорит, арта налили. Это шаш рисует. В интернете. А сегодня какое? А? 23-е. Ну, так уже прошел конец света. Ну, одна так и рисует. Она раньше была еще. Забыл дернуть, видать, пьяный был. Познавать волю Божию. Ежедневно надо будет. Да воля твоя, будет воля твоя. А как? Вот так, как есть, это воля Божия. Потому что я нигде не нарушал. Я старался. А идет дело вот таким русским. Это от Бога. Вот от Бога это.
А почему, не знаю. Потом откроется. Мы должны быть как дети малые. И так воля угодная такая, говорит, чтобы все спаслись и пришли в разум познания истины. Вот это воля Божия, абсолютно точная. Бог не хочет, чтобы мы были глупые. Манкурты ему не нужны. Так, продолжаем. Ибо... Так, потом... Так, извините. Дочитай до конца. Надежда Васильевна, почему нет? А приехали там, вот приехали отсюда. Володя с Валентиной с вашей. А-а-а. У нее гости. А почему ко мне не зашли? Ну они сюда, с сумками туда к ней. Ну да сумки-то оставят, а сюда бы пришли. Кто-то за ними сбегает, Сережа. А так они... Скажи, занятия идут. Игнатий Тихонович. Ну они же знают. Сережа, быстренько сбегай. Наш завьяловский священник говорит, что Павел тяжело болен был. Падучая у него. У кого? У апостола, Павла. Я ему говорю, что жало в плоть. Ага, жало в плоть. Я говорю, да как же он благовествовал, ходил? Откуда ты взяли? Из толкования, говорит. Даже не из толкования. Я когда с ним стала говорить, что это говорит, с кем? Не болезнь. Ну, Александр наш, Гребенюк. Ну, что это не болезнь. А он говорит это. Так я позвонил епископу. Еще? Тот подтвердил, что у него тоже болезнь у Павла. Вернулись вместе в дурдоме сидели с ним. Вот представьте, вот такое распространение. И говорит на проповедях ведь в время литургии. Враги креста Христова. Вот так. Как Аполлон, как говорит, Златоуст говорит, если опоясания Павла исцеляли других, как они его самого бы не исцелили? Вот и все. Доказательства. А баптисты говорят, у него, говорит, с глазами было не в порядке, там, катаракта или что-то. Потому что, говорит, Галатам, говорит, вы готовы были очи исторгнуть отдать. А почему? Его свет когда ослепил, и он ослеп, 3 дня не видел. А потом болезнь возобновилась, и он ослеп, и поэтому у него вот жало в плоти было, что глаза ослепли. Ну, а от окулиста не вылазил. Ну, что сделаешь? А к Архимеду поехал, тот ему стекло вытащил. Безумию предела никакого нет. Мы, написано даже у святых такое, о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Библии. Все остальное Златоуст назвал бредни пьяных старух. Все. А был Павел, какой он был, высокий ростом или малый? Ну, Павел переводится малый. Но с чем это связано? С этим проконсулом Сергий Павел был или откуда, но после этого он стал называться Павлом. Ничего никто не может ответить. Никаких доказательств нету. Все. Посему, во-первых, подмечай волю Божию, благая ли она. Потом, когда узнаешь это, смотри, угодно ли Богу эта воля. Ибо много такого благого, которое не благоугодно Богу. Потому что делается или не в то время, или не тем лицом, как бы надлежало. Например, благо, чтобы кадили Богу. Но когда сделал это Озия, то не благоугодил Богу. 2 Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. Я тебе говорил, не горбатись. Еще. Не садись, ничего, стой. Благо было, чтобы ученики узнали тайны. Но чтобы они узнали их прежде времени, это неблагоугодно было. Вы, говорит, теперь не можете вместить. Иоанна 16 глава 12 стих. Когда же что окажется благим и благоугодным, то постарайся, чтобы это совершено было, совершенно было и без недостатков. Точно так, как требуется, без отступления от того. Например, раздавать следует в простоте, Римлянам 12 глава 8 стих, то есть щедростью. Но если это делается со скупостью, то раздача не точно согласна с требуемым относительно ее. Ну, такие уточнения. Мне когда задавали вопросы по священному писанию, я отвечал. Отвечал, не считая даже вот этого вот. А когда стал считать, я увидел, ответы были прямо как будто отсюда взяты. Я говорю, а как ты мог знать это, когда не считал толкования? Я теперь нашел вывод один. Когда все Писание знаешь, толкование само будет у тебя идти в нужном направлении. Оно не будет нигде противоречить другому месту. Вот я заметил, у православных сектантов оно одно место берет, и оно десятки раз другому противоречит, но они этого не понимают и не видят. Я говорю, ну как же вот написано? Ну это Галатам написано. Здорово живешь. А почему от Коринфян взял? Город блуда взял, а раскаявшийся город не берешь. Почему? Все Писание Богу вдохновено. Все.
И писали его не грешники, а святые Божьи человеки. И зная это писание, я совмещаю одно с другим. Я помню, как-то в епархии пришлось быть. Ну, потом стал митрополит Гедеон Докукин. Ну, он ко мне в разные времена по-разному относился. И вот он стал говорить. Говорит, а вот у меня делегация была из Польши на прошлой неделе. Ну, в советские годы делегация. Вот вообще. Он все научил, он ничего лишнего не сказал. Я молчу. Делегация была и была. У тебя была, не у меня. Вот там пастор, у него книга вышла, он мне книгу свою подарил. Но тебе подарил, а не мне. Я опять еще промолчал. Вот он тут написано у него, я прочитал. Ну, смотри, как Писание хорошо знает, что Бога, как Творца, солнцем никогда не называли. Говорит, зон так и прочее. Это языческое. Это не христианское название, День Солнца. Это языческое. Это Константин там все напутал. Я и Бога никогда не называю, называли солнцем. Я говорю, в Библии написано? В Библии? Нет, нигде. Я говорю, как? Апсалом 83, 12 стих. Он сразу открывает Библию, вот я ее читаю, открывает, там это как краска-то на корешке лопается-то. Ну, видно, что новье. Он открывает и написано, Господь наш есть солнце и щит. Я говорю, только одно место в Библии, где Бог называется солнцем. Но он называется. Псалом 83, 12. Он до того удивился, эту Библию мне подарил. Библию-то. Я говорю, так вы ее все равно не считали же, она ведь как хрустит-то. Догадался. Я говорю, а что тут догадался? Называется. Они не знают Писания, они не знают жития святых. Вот этот комментирует священник пение на фоне ангелов так где-то. Демоны петь не могут. Я сразу раз, я говорю, неправда, такого-то числа житие святого Аврааме. Там демон пел, написано, пел и как пел, как херувим есть. А вы говорите, нет, сразу замолк идет. А как вы знаете? Да что знать? Это 1173 жития только и все. Это одно из них. Я удивился, вчера разговаривал, сегодня с Михаилом, когда я начал работать в Mail.ru, мой мир. А тогда друзей по одному надо было набирать. Я не знал, или может система это не знала, не научили. Я кому-то захожу, чтобы заговорить с ним, а на каждого была шестизначная цифра, кривыми цифрами, ее надо разгадать, завести, и тогда тебе дадут. Я работаю 2 дня, 3 дня, неделю, видимо, у них там это фиксировало. И они спрашивают, это работает машина или человек, оттуда запрос сделали. У меня с такой скорости. Я за месяц разгадал 60 тысяч. Это вообще невообразимо, сколько тысяч. Ну я сутками буквально сидел-то. Да это не может быть. Да дело не в этом. Может, не может, ты можешь не считать. Но дело в том, что когда попадаются те же самые люди, и все эти тысячи, я их перед глазами держал, я их узнавал. Я говорю, этот у меня был, этот не был, этот сменил фамилию. Проверяю точно так. Это невозможно. В течение одного месяца. Но меня они высчитывают. Я отвечаю, разгадываю для этой, для администрации. Они снова проходят полчаса опять. Это работает машина или человек? Я опять отвечаю, человек, и цифры они гонят меня, я их разгадываю. Все равно меня забанили, называется, закрыли меня. Я им доказываю, что я человек. Человек. Или компьютер. Видишь как? А воля-то Божия была другая, меня научить большему. Теперь у меня, ну, сколько? 5400 человек. Сегодня утром я набрал, так как 5400 получили. А можно набрать до 10, больше 10 тысяч не тянет. Но каждый раз только отправлю, сейчас знаю, 10, ну, 5 секунд проходит, выходят цифры, а только одни головы цифры. Не поймешь, двойка или тройка, а две понятные. Я тогда пишу тут, как попало, ошибка. И опять посылает, в середке две цифры выглянули, остальные за брустером. И опять я не могу, я на лист ставлю там. Но, видать, машина это рассчитывает, что они узнают. Ну, а шестизначные я выдаю. Потом, и наконец, там, 10-й раз, и выходят все цифры одинаковые. Я все цифры набираю, точно, окей. Молчок, сейчас будет молчать она, минуты две. А потом вы выбросите и скажете, идут срочные работы у нас здесь, вы извините, 15 минут, пока потерпите, мы приносим извинения. И опять вы, проходит, выходит, 15 минут подождите, на сервисе идут неотложные работы. Каждый раз одно и то же. Если я посылаю намного, я знаю, сейчас они меня заколотят. Но через 15 минут я уже захожу, как опять. Игнатий Тихонович, почему... Не спам ли это, не массовая или рассылка, как называют эти, ну, реклама. Но. Почему-то письма открываются с середины. Сейчас все плохо.
Вот. Все сделали испорченно, все жалуются. Я всех хвалил, мой мир вообще бесподобная система. И вдруг они взяли, все сделали по-другому, там, как рассылать-то. Сейчас не откроешь, открывается, вот так прыгает. И не откроешь, и наполовину рисунка, а было отлично. Ну что, они глупые, не понимают, что и все жалости ничего. Это значит, специально. Такое указание было, они тоже подневольные люди. Сильно ты не раскатишься на это. Ну, я стал спрашивать, у кого как меня научили. Опять же, я массовую рассылку умею делать. Научили там внизу написать на это. И дальше по словам. Давай. Познавать волю Божию, это главное. Третий стих. А сейчас бы сказали, ты узнал волю Божию, чтобы я все оставил и пошел по миру. Не знаю. Понимаете? Я прикидываю, а как воля Божия такая вот будет. Сейчас вот перевелся бы мне человек и сказал, воля Божия открылась, вот молились о тебе, и воля Божия открылась. Что ты должен все оставить, вот как сейчас есть, надеть пальто и выйти, больше никогда не возвращаться, никому не говорить, куда ты ушел. Пойдешь или нет, я сам себе отвечаю, не пойду. Я просто скажу, он обманщик. Я не поверю, что это Бог ему говорил. Потому что у меня определенная цель, которой меня Бог вел. Раньше, если это было бы, раньше, вот. Работал когда на корабле, вот в это время я, может быть, поверил. Сегодня я не могу в это поверить. Никак. Потому что, как я сам, когда у меня вся работа прекращается, я никому не нужен, за мной нужен уход. А тут мои двери открыты, ко мне приходят люди. Я просто не поверил бы. Я сказал, а какие доказательства? Не знаю. Ко мне приезжает один иеромонах. Вот что, чудо какое, слово сказать. Он молился в алтаре, ему вдруг открылась картина такая, карта Сибири. И показана вот абаза, это Лыково там, поближе маленько. И что надо здесь организовать хозяйство монашеское, монастырь, и разводить пчел в тайге. И монахи будут сидеть здесь, и ульи здесь, а литок снаружи они будут залетать. А пчелы наружу вылетать. И они будут мед продавать не кому-то, а японскому императору. Это он во сне видит, наяву, в алтаре. Вы сами не знаете, что делается. Он молится, и ему ответ... Пойти к Горбачеву, он Горбачеву. Горбачев дает указание приступить к делу. Вертолетами везут машины, тайга, идут экскаваторы, пол горы срыли это, сопки. Устанавливают все как есть. Но там уже стало чувствоваться что-то не то. Государство-то бросило миллионные там, ассигнования и ничего не могут сделать. И ему второе видение. Почему не идет? Ему ответ. У тебя не пойдет, пока с вами не будет Лапкина Игнатия Тихоновича. Он приехал ко мне на дом. Его фамилия Глущенко. Вячеслав. Вот. Он заботал, кажется, зав кафедры Академгородка в Новосибирске. И у меня снимок есть. А потом он принял монашеское имя Никодим. Никодим. Оставил жену, оставил детей. И вот к нему, который едет монах, находит повешенный на сосне. У него такое есть. Он приехал ко мне, а потом от него еще человек приехал прям в детский лагерь ко мне. Он, ну как бы это сделать? Я говорю, ты не с того начал. А с чего начать надо? Я говорю, у тебя родственники есть, а кто? Сестра. Она готова помогать. Прекрасно. Попроси ее, чтобы она побольше сухарей насушила. Передачки тебе носить в тюрьму. По тебе тюрьма плачет, Никодим. И правда, у него все развалилось. Приехали, у него наставника там нету. Попечителей как нету, а тут Горбачева убрали, финансирование прекратилось, технику убрали. У него ничего нету, и все кончилось, и он ушел в Белое Братство. Понятно? Так он пришел ко мне, я стоял в алтаре, я видел вас, как великое, могучее дерево, и я говорю, видение не то. Ты посмотрел себя на этом дереве, и как ты упал. Ты готовь сухари себе, проси у Бога другое видение, ты не обольщай меня, я знаю, какое я дерево, я крапива жгучая. Потеряевская. Нашел дерево. Я знаю это дерево. На меня говорили баптисты в Пензе. Пророк Илья сошел. А когда я стал не соглашаться, я говорю, гнилое бревно. Сразу поменяю. Все. Картонный ум. А? Картонный ум. Картонный ум это другое, на другого там, это 50-е, когда стащила крессиеру. У тебя как картонный ум. Ну это то же самое, из той же оперы. Ну считай. Третий стих. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому Бог уделил. Толкование. Павел, будучи смиренно мудрым, никогда не почитает достаточными собственные слова, но в подтверждении их представляет то милосердие Божие, то благодать. Я, говорит он, не от себя предлагаю слово, но от Бога, внушенное мне благодатью Его. Не думайте о себе более, нежели должно думать, говорит он всякому, и простецу, и начальнику, а рассуждает прежде всего о смиренномудрии, подражая Господу, который начал сонного. Блаженны нищие духом. Матфея 5 глава 3 стих. Смысл слов его такой. Должно думать, написано, то есть иметь высокую мысль, но для того, чтобы думать о небесном и возвышаться над земным, а не для того, чтобы возноситься над ближними. Это значит думать более, нежели должно думать. Мы получили благоразумие для того, чтобы обращать оное не в высокоумие, но в целомудрие. То есть смиренномудрие. Так сказал, чтобы показать, что высокоумный сумасбродствует и вышел из ума своего. А смиренномудрый имеет здравую мысль. И потому называется целомудренным. Сказав, что мы не должны высоко думать о себе, указывает теперь, как должно думать о себе скромно, и говорит, что должно думать о себе скромно, помышляя, что Богу, что Бог каждому уделил меру веры. Так как по причине дарований духовных многие впали в высокоумие, то и говорит, что должно думать о себе скромно, потому что Бог каждому уделил меру веры. Ибо это не от твоего зависит успеха, но есть божественное дарование. Велико ли оно, мало ли, мало ли, но даровал его Бог. Дарованием называет здесь ту веру, которой творили чудеса. Ибо вера двух родов. Одна принадлежит нам, например, вера твоя спасла тебя, Матфея 9:22. А другая есть дар Божий. Это та вера, в которой совершаются чудеса. Например, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет. Матфея 17 глава 20 стих. Читали о двух родах веры. Одна, один род веры, как бы человек верит сам по себе, да, а второй веру дает ему Бог, да. Приводится местописание, что если будете иметь веру с горчичное зерно, то тогда произойдет чудо и вера как бы укрепится, что ли. Павел, ты можешь говорить, нет? Ну. Что за вопрос-то? Вопрос поконкретнее, том, что, давай. Вопрос в том, что ставит ли Бог условием начало первой веры, вот, о которой говорится, что вера не дарованная Богом. Первый, прочитай еще один раз. Двух родов вера. Одна, ну, одна здесь дарованная, другая не дарованная. Нам принадлежит, то есть вера твоя, да, спасла, да, тебя, вера, которая в тебе, вера, ты, да, веруешь. Есть вера, которая... А другая дар Божий, дар от Бога, то есть чудотворная, да, вера, которая у апостолов была, эта вера, и у святых была, у многих вера эта. И, в общем-то, да, почему Евангелие распространилось по всей земле? Потому что такие чудеса творились апостолами, что люди обращались целыми странами и племенами, так что что там? И что дальше-то? Вот. И второй, вот, дар Божий,
И приводится место Писания. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то произойдет чудо. Ну это Матфея 17:20, да, гора перейдет. Ну, дальше. То есть второй род веры, который здесь называется даром Божиим, должно быть условие, что должна быть собственная вера с горчичное зерно. То есть вера с горчичное зерно имеется в виду собственная вера человека или нет? И пока если человек сам не уверует, то никакой... Я чудо и не будет укреплять. Ну, понятно, о чем ты говоришь. Да, сядь и низ, их голову держи кверху. То есть ты задаешь вопрос, относится ли первый род веры и вот к этому месту Писания, да? Ну да. То есть здесь говорится конкретно о даре Божьем в этом месте Писания. С горчичное зерно, то есть именно чудодейственной веры будет у тебя вот маленькая толика. И вот ты вот это сможешь сделать, что гора перейдет, как было со святым. Я думаю, горчичное зерно, оно маленькое. Если у тебя есть хоть капля веры, вот бывает человек верит, но сомневается, а бывает человек, что вообще не сомневается. Здесь тогда происходит чудо, и тогда человек утверждается и верит. Так здесь разговор идет именно о двух родах веры. И два места Писания приводятся к первому, то есть человеческое, то есть вера твоя спасла тебя. Вера твоя, которая в тебе, вера. Ты верующий отличается от неверующего. Чем? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но я думаю, что апостол Павел это бы и тебе сказал, если бы у него было. Скорее всего, Златоуст об этом и говорил тоже. Феофилакт просто сократил. Как говорится, слава Богу, что есть вот такое сжатое блаженного Феофилакта толкования. Сейчас бы мы читали это минут 40 только. Это я Златоуста. Потому что Златоустом это все объясняет. Понимаешь? Вера, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Тебе все понятно здесь? Вера у тебя вообще, вера есть или нет? Ты верующий-то или нет? Конечно. Или ты как тот отец? Верую, помоги моему неверию. Не верю, да. Но не все сидят такие тоже. Мы же Христа никто не видели. Все верующие и все помоги моему неверию, да? Да. Так ты верующий или неверующий? Ты веруешь? Богу веруешь ты или нет? Хорошо, еще если... Богу веруешь? Конечно верую. Ну все тогда, что тебе еще? Вот тогда ты имеешь первую веру. Бог тебе дал ее. Ты веруешь Богу. А зачем тогда? Просили еще чудес. Кто просил? Иудеи. Да. Они требовали чудес. Требовали. Апостолы не просили. Они просили умножить нас веру. Вот. Они не просили чудес, они Бог вот дает. А Господь дал еще и. Бог дает чудеса для чего? Чтобы человек утвердился в вере или уверовал. Так, подожди. Давай начнем с того. Новый Завет у нас все сидят, знают более-менее хорошо. Давай, апостолы сколько чудес сотворили? Мы знаем. Какие чудеса это были? Воскрешали. Мертвых воскрешали? Да. Воскрешали. Бесов изгоняли? Говорит, даром получили, даром давай. Змеи жалили, мухоморы ели, и все, и что. Ну чудо. Мухоморы они ели. Ну где ты это? Вот они надо от себя тяну только вот это вот вносить на весь эфир. Ну не мухоморы, но. Зачем тогда говорить об этом? Почему? Никаких мухомор. Никаких мухоморов. Мухомор смертоносный. Мухоморов никаких они не ели. Не надо придумать. А что такое смертоносное тогда? Смертоносное это учения другие, грех. Иные учения, это смертоносное, нет, сектантские. Нет, было и такое, что и давали чашу не смертную, давали. Они выпивали. Это яд. Смертоносное это яд. Ну, пытались отравить их. И хидно апостола Павла кусала. Это вот к этому относится. А это учение, заблуждение, которое... Там не обучение, сестра Вечерева. Ну, да, может быть, и обучение, второе толкование вполне может быть. Это толкование вообще может быть еще и больше, чем два. Не повредит им. Которое не повредит. Выпьют, ну да, лжеучение не повредит, потому что у них вера, они верят. Потому что они не примут лжеучение. И об этом мы можем, конечно, говорить. То есть мы говорим о настоящих чудесах, которые творили апостолы. И все это они получили... Все получили еще до того, даже как Господь даровал истинную веру до конца Духом Святым, когда утешитель еще не пришел. Они уже тогда этот дар имели. С горчичное зерно.
Да, еще это до пятидесятницы. Да, до пятидесятницы. До пятидесятницы. Еще Духа Святого не было, еще не сходило. И они в это уверовали. Я так предполагаю, не написано на нигде, но они же все приходили и говорили, прославляя Господа. Читаем у Луки. И значит, и Иуда тоже. Мне кажется, в 26 главе Матфея там в толковании сказано, что эти чудеса давались для того, чтобы еще Дух еще Святой не сходил еще. И когда послали к язычникам, и вот их три вида, вот когда Корнилий уверовал, вот это там что-то описывается в толковании. Так, есть. Ну, все понятно теперь. Жития святых нам говорят о том, какие чудеса делали апостолы и как веровали целые цари. Вот, допустим, апостол Фома, там целая огромная провинция в Индии обратилась. Ну, там, наверное, и больше было, но осталась она одна, вот это, как-то он называется, Мадагаскарский берег называется, что-то такое. Ну, там недалеко, прям по побережью, ну, огромная область. И до сих пор там люди верующие, православные. Ну, не православные они, а христиане. В отличие от других индусов. Там такие у них обряды страшные. Документальные фильмы показывали. И рядом с ними вот люди, которые истинно веруют во Христа, даже странно это бывает. Они же там всех людей своих в Ганге в этом хоронят. Все трупы свозят со всей Индии, именно привозят в Дели и бросают в эту реку Ганг. Невероятно. Но она, конечно, река огромная, как Волга, там, ну, километр, может, а может, и где-то шире она есть. И вода такая желтая, грязная-грязная вода. И вот показывают трупы эти, у них там сандаловое дерево. Нужно этот труп сжечь на сандаловом дереве. Именно. Такое сандаловое, оно, ну, похоже, чем на акацию что-то такое есть. Как бы, ну, как кустарник такой. Ну, до такого бывает он, 5 сантиметров. И показаны вязанки. И там спрашивают наш русский этот, гид, который рассказывает. И индус там рядом по-русски говорит. Он его все расспрашивает, он ему все отвечает. И вот про это. И как раз там это было, немного рассказали вот о том, что тут есть и христиане, которые уверовали от Фомы еще апостола. Вот какие чудеса были, до сих пор веруют. Да. Если можно. Ну, а теперь, ведь когда сошел Дух Святой, вера, апостол Павел говорит, что вера от слышания, и других путей уже нету. 10.17, послание к римлянам 10.17. Вера от слышания, слышание от Слова Бога, от Слова Божия, а другие веры. А Достоевский говорит, что три силы гонят, это чудо. Народ куда гонит вот эти три силы? Это чудеса. Чудо. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Чудеса, тайна авторитет. И авторитет. Вот три силы, которые гоняют народ, говорят, как стадо. Они до сих пор, говорят, ходят по этим. А вера откуда? От слышания. Все, потому что Дух Святой сошел. Это тогда чудеса Господь позволял это для того, чтобы уверовали, потому что еще Духа этого не было. Ну, здесь вот как раз говорится об этом, как бы созвучие идет. Вот с чудом, ну, чудо это нечто необыкновенное, конечно, и приписывается как ближе к власти над разумом и над другими людьми. Потому что чудо оно это дает. Да. А здесь говорит как раз Господь, ну, через апостола, не думайте, но думайте о себе скромно, по мере веры, какую... Каждому Бог уделил. Если наоборот ты чудотворец, и ты переставляешь горы, то как раз ты должен быть какой скромный? Во сколько раз ты должен быть скромнее того, у кого просто вера? Тихо, мира. Да. Ну если тебе Бог уж такой дар дал, такой дар даровал. И что? И я могу так сказать, что апостолы это пронесли по своей жизни. Потому что сейчас любого спроси, даже из нас почти. И никто не знает, какие чудеса апостолы творили. Да. Почему? А вот так скромно, по мере веры, они думали о себе. Апостол Петр, ну что, он не мог там Рим этот перевернуть, Нерона, Колизей разрушить? Кама грядеши, спрашивает Господь. Но это мы опять же жития святых. И он идет обратно, и его там распинают. Да. По его просьбе кверх головой, вниз головой и так далее. Ну что бы, он не смог себя отговорить, что ли, местечко? Мог.
но не стал. Почему? Думал скромно по мере веры. А вера оказалась у него не с горчичное зерно, если на то пошло. Тень его коснуться. И теперь вот это последнее как бы чудо, вот эта твердая воля в вере его, оно апостола Петра больше всего и возвышает. Католики как что, так сразу, а мы от апостола Петра. Мы от апостола Петра. И все сразу раз, точно они от апостола Петра. Никто ничего сказать не может католикам. Ну там немножко что-то поговорят, а они опять, мы от апостола Петра. И только знатоки уж вспомнят и говорят, а ведь апостолу Петру Господь сказал, отойди от меня, сатана. И католики начинают тут в голове чесать, что бы придумать-то теперь, как отмазать апостола Петра. Да мы и так прославляем апостола Петра. И апостола Павла прославляем в этот же момент, потому что они погибли в один день, как говорят. Один усечен мечом, в твердой вере своей тоже совершил немало, как говорится, чудес. А другой был распят. И думали они скромно по мере веры. Ну вот думайте так же скромно по мере веры, чтобы о вас так же вспомнили потом. Кстати, тут можно вопрос-то другой задать. А как нужно думать скромно по мере веры? Хватит этой веры или еще чудотворную нужно иметь? Вот вопрос, какой надо было задать. Хватит тебе той веры, которую тебе Бог дал, чтобы ты крестился? Стоишь там на подмостках везде. Или не хватит? Или тебе нужно, чтобы ты как-то перед евреями... Установление какое-то. Да, подошел, допустим, к администрации и как сказал, аж земля задрожала. И они, о, вот это верующий чувствуется. Сейчас мы денег дадим на книгу Игнатия Ильича, построим храм великий православный. Что нужно-то нам? Веру или скромно думать по мере веры? Какую Бог дал? Бог-то дал. Вот в чем дело. Слова-то главные здесь. Что Бог дал. Не по праздникам как-то, как апостол Павел говорит. Не так как бы нибудь, что пора уже пойти причаститься. А когда совесть чистая. Когда ты готов. Напиши. У Иоанна Златоуста есть такое выражение. Учитесь не задавать вопросов. Почему? Я говорю, учитесь задавать вопросы. Мы о разных вещах говорим. У Соломона написано, говорит, не отвечай глупому по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его. Для чего? Чтобы он не стал мудрецом в своих глазах. То есть нельзя отвечать по его глупости так же глупо. Не отвечай. Но в то же время нужно ответить так, чтобы все стало на место. Это, и они стоят рядом, стихи фактически в одном предложении. Вот, Златоуст говорит, учитесь не задавать вопросы. То есть многое написано в Библии. И ты считай. Ты меня спрашивают, а какой вы веры? А я уже выслал, все там написано. Патриарху Кириллу и Тихий относятся. Я говорю, послал. Ну, вам трудно ответить на меня, да? А вам трудно прочитать? Вот я сказал, я родной дядя Путина. Ну, еще дальше... В племянниках у меня Обама. Ну, 700 роликов говорят, что я никто, я другой совсем человек. Стоит 5500 фотографий, и вам это не по мозгам, говорится, не по барабану. Вы начинаете говорить, это как аманкуртизировать надо человека, манкур там сделать, чтобы даже читать не хотел. А что вы со мной так разговариваете? Я сейчас с вами коров вместе пас. Плохо, что не пас, я пастух как раз, ты угадал. Я бы тебя за один день научил, как заворачивать коров. Готовый материал даю, а что вы меня отсылаете куда-то нас? Так это мой сайт, это мои вопросы, и твой вопрос уже отвеченный, зачем я буду повторять тебе? Он отвеченный там. Вот я сейчас ставлю ролики, и там разрешается, ну там 2400 знаков, это неплохо. Я туда раз только из нужного, я знаю откуда взять, ну там всего у меня 4124 вопроса. Чего их не помнить-то? Я беру и копирую нужные, там часть отрываю туда, а теперь могу ставить на сервис и узнавать, количество где-то. И вот зашел один и называет апостол абазатом какой-то. Апостол. И нашел. Это самое главное. Я посмотрел ваши фотографии. Это все у вас пустая мертвая вера. Ничего у вас в руках нету. И вот надо так. Вот я в Москве. И надо там вот детей с большой буквы. У меня проект. Все с большой буквы. Детей. Это так надо. Окажите помощь со своей общиной, чтобы там он набирает детей. Там сотни, там не знаю, это там. Я к нему зашел, у него правда, да, есть люди, и маленькая у него бородка есть. Это Пивун оказался.
Он поет и называет там, у меня есть там Балашов, сын его, оказывается, Виктор звать, жил где он, ну, это его на слова, но такого он или нет там. Но фотографии показывают, он солидный, крепкий мужчина, и поет, как, поет, как Евдокимов стоит там, и народ, и там, ну все, ни строчки, ничего не видно, что это. Евангельское. Я ему тогда пишу в ответ-то, чтобы с вами разговаривать это, вы скажите, в каком храме вы причащаетесь, когда последний раз были, если узнать-то. Потому что там он такое слово, мертвое, ну, слово указывает на то, что вы язычник. Я за одно слово ухватился. И вот зайди на форум, на первой странице. На первой странице первая строчка о нем. И написано, вера без дел мертва. И я ему выставил эти вопросы. Ну, вопросы о покаянии, там о Библии. И день проходит, ничего нету. Сейчас зашел он. Захожу. Я сейчас там вставил ролики. Ой, он на меня. Это я ваше зашел, у вас голубиное царство, тут это так хорошо. А он в Mail.ru и на форуме зарегистрировался с бородкой, красиво. Я ему, и, дескать, голубка у меня была, привлекла другого, а потом ласка там, и все о голубе говорит. А в конце, ну, она вопросы поставлены вами, любезный мой Игнатьюшка, отвечать я не буду. Вы не милиционер, а тайное оно есть и тайное. То есть, а я заранее знал, что ничего не ответит, у нее ничего нету. Я говорю, только не ерничать, ответить по-серьезному. А сидящим рядом сказал, ему не ответить, как этому старообрядцу. Ему не ответить. Если он ответит, он должен быть другим. И он, все, простите меня, прощаюсь я с вами, все, больше он туда не придет. Он один раз только накрутил, из Москвы он искал бы потеряйки, на четыре дома искал бы, кому помочь в Москве. Ну, что непонятно-то. Если там 12-15 миллионов, а потеряйки 30 человек, и он ищет помощи отсюда воспитать детей. Я начальник детского лагеря в Москве не искал. У меня из Алматы две женщины прислали свои биографии, фотографии. И у батюшки благословились приехать работниками в лагерь. А я им отказал. И мне говорю, нужна еще вот такая справка от вас, когда вы обратились к Богу. Все, больше они ни разу на меня не вышли. А одна тоже, ну до того охота я. Я говорю, ты откуда? Из Омска. Набери команду детей, как приезжай с детьми, чтобы не одна была. Ты за ними больше у нас ухаживать можно. А где я их возьму, а где я беру? 40 лет беру детей. У меня нет ни одного ребенка. Я начинаю объявление делать. Все, отошла и больше ни разу не подошла. Нужно уметь ставить вопросы. Вот и все. Учитесь задавать правильные вопросы. А лучше не задавать, конечно, как Златоуст говорит. Я ни одного человека еще не спросил, какой он веры. Ни на его, ни в интернете, нигде не спрашиваю. А почему? А я наводящими вопросами в течение одного часа или раньше я его узнаю, какой он веры. Ну, название, может быть, не там, это новое, а не то. Церковь Стражи Господни, это новое опять, Стражи Господни. Или Молитвенники Божии. Молитвенники Божии. Замечательно. Вот, а другие, а мы Церковь Христа. Христа. Вот. Ну, начинаешь говорить, видишь, не православный. К церкви никакого отношения не имеет, это уже заранее видно, понятия никакого не имеет, и видно, в какую сторону клонит он. Так что учитесь задавать вопросы. И в то же время учитесь не задавать вопросы. Старайтесь все сами узнать. Ну, да? Ну все. Все. Да. На сегодня. Вот иногда люди спрашивают, а ты встретился бы, а что бы сказал, помнишь, ты поставил материал, вот с Богом у вас, а кто бы что ответил, ну артисты там разные, начинают барахвостить, а есть такой, который спрашивает, а вы бы что ответил, зачем встречаться, он говорит, я каждый день встречаюсь, каждый день встречаюсь, кто это ответил? Там не было такого, я не помню. Гребенщиков неплохо ответил. А вот что ответил? Ну там посчитаешь, ты же выставил материал. Вот. А ты бы что ответил? Я к себе принял, допустим, тебя бы Бог спросил, а что бы ответил? Я думаю, какой вопрос Богу задали? А один говорит, ну там вопросы пред Богом не задают, там только поклоняются. Вот мой ответ. Упал бы и расплылся в радостной улыбке. Да, это... Совершилось, к чему я стремился, и теперь могу ли я оттуда повлиять молитвами на тех, которые мои остались здесь, друзья. Мне все дороги. Я примерно знаю, как история будет развиваться, на какой версии мировая история. Ну а как будет, какова воля Божия, не знаю. Я ничего не знаю. Я каждый день выпрашиваю план на сегодняшний день. В общем, у меня каркас есть. Это начиная с молитвы, все остальное, о ком, о правителях, о патриархах. Я о всех абсолютно молюсь. Но результата я не вижу.
Можно вопрос, вот и мне интересно? Да. Вопрос возникает, ну, в связи с тем, что знаем жития святых и Новый Завет, и особенно сегодняшняя наша жизнь. Почему вот Господь так сделал, что вот Ветхий Завет, все-таки много книг, 50 книг целых Ветхого Завета, и мы через них о братстве иудейского народа, о его вере, ну, а как он закон исполнял, ну, узнаем много. Ну, много можно узнать. Да, конечно. Даже вот там то, что молились они в уме, они вслух там. И так, ну, там много что можно взять. И про собаку, помните, собака с ним убежала там. Какие-то, ну, такие нюансы мелкие, и много узнаем. А вот о Новом Завете-то мало узнаем. Вот сейчас вот мы съемки эти у нас затеялись. Там то, да, расписание, как мы живем, о чем беседуем. И здесь, и там, и особенно всех интересует, как мы там себя ведем, когда не в церкви и так далее. То есть мы тут как бы можем показать. А первые-то христиане ничего не могли показать. Нам совсем мало известно о том, как они жили там вместе. И там к ногам апостолов они складывали. То есть жили какой-то одной как бы общиной. Даже один у них был пенсион там, видать, выдавали каждому. И по-другому, может, как-то жили, мы видим, в Иопии или в Риме там было. То есть, ну там совсем уж, совсем вкрапление, совсем мало. Вот Господь для чего это сделал? Чтобы как бы нам свободу оставить выбора? Или просто многое утеряно было? Как? Ну не может быть, чтобы Господь нас совсем неведение не оставил. И вот дальше отсюда о монахах. Монахи-то от этого потерялись, бедные мужики-то эти, там, которые были. Они ходили, общины нету нормальной, пристать некому. Все полуверующие, полумирские, они поэтому куда-то шли и жили одни, потому что, ну, не было общины, так сказать. Вот отсюда вопрос возникает. Почему так вот Господь это сделал-то нам? Каркас главный дан, а условия в каждый период времени меняются. Но тут все понятно. Во-первых, люби Бога на все времена осталось. Люби ближнего осталось на все времена. Дальше, каждый посчитает другого высшим себя. Эти главные постулаты очень четко выражены в Новом Завете. Они остались такими же самыми. Сказать, что не знали как, ну, в общем-то, они знали. Оставь все, продай имение, следуй за мной. Это было. Они, монахи, не знали. Знали. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сидите в Иерусалиме, доколе не обрещетесь силою. Это знали? Ну, это достаточно. Я примерно 10 таких найду, как 10 заповедей-то. А теперь внутри-то этого-то. Теперь, пожалуйста, развивайся. Посчитание старших осталось. Осталось, и никуда-то не делось. Не делось. И начальство говорит, не в видимых глазах только будьте услужливы, а по-настоящему молитесь за старей, за начальствующих. Ни о какой революции речи не было. Значит, социальные вопросы никак. Ну, ближнего ты должен видеть, любить как самого себя. Делить имение, говорит, кто мне поставил. Продавали имение, да? Жертвовали. Каркас есть. Каркас, довольно часто решетка там набита. Не вылазь через это. Уже церковь известна, что будет. Я вот к себе применяю. Ну, а если бы я родился, ну, образования нету, но ум мой. Я родился бы в Индии. Родился в индийской семье. Будда, христиане или мусульман. Нашел бы я Христа или нет? Я только о себе говорю. Зная себя, я сказал бы, нашел. Первое, что я начал делать, когда я обратился в 62-м году, я начал изучать все верования, какие существуют. Найти апостольское. Задача моя была. И я начал исследовать, пошел, люди, какие адвентисты собираются, пятидесятники, единственники, троицы не признают. Я пошел по всем, познакомился, в домы стал хуже. И всю литературу у них стал брать и конспектировать. Я не просто читал, а конспектировал. Там у них Шарипанова, хорошая поэтесса, мне все нравилось. Пошел, конечно, я в 3 или 4 библиотеки города записанные, там везде самая лучшая литература, журналы, баптистские. Как раз 62-й год, это у баптистов инициативное движение за отделение было, чтобы вернуть к апостольским временам. Я среди них был, материалы распространял. Мне это было дорого и близко. Но начав исследовать, я пришел буквально в первый же, может быть, месяц, что это все вместе хорошее, не церковь. Ну, если это мне, это было похано, почему? А почему? Нет рукоположения от апостольских времен. Я еще ничего не знал. Живу среди сектантов. Впервые в моей жизни, в 23 года, Библию я услыхал, Библию увидал, первый раз увидал Евангелие. Я начал исследовать. И уже, может быть, месяца через 2, в порту остановился Клайпеда, это литовская уже, не в Латвии, не в Венспилсе. И там я пошел, нашел старообрядцев, и у них блаженный Феофилакт. Я с ним остался по сегодняшний день.
У меня ничего не изменилось, как будто я сегодня уверовал. У меня все такое свежее. Вот охота попасть только в то место, где я обратился поплакать там. У меня все при мне. Вот ничего не было. Я нигде никогда не отрицал вот это вот, то, что есть. И хорошее я всегда выношу на суд. Почему вчерашний мне священник понравился? Что он помнит все, где был у сектантов. Сколько много хорошего получил. Какие они добрые, как. Но я, говорит, понимал, что это не церковь. Вот это у меня главное было чувство. Это не церковь. Церковь не может возникнуть в 16 веке, в 17. Она была Христом основана. А у каждого есть начало где-то. Лютеране не могли раньше лютера быть. Никак не могли марксисты раньше Маркса появиться. Все называют себя по названию. Я стал смотреть. Мы православные от апостолов. Ну не такие же были, как сегодняшние это. Другое. Но херотонею совершили католики от апостолов. Я нашел, что 5 сегодня названий, которые оттуда идут. Григориано-армянская, коптская и сирская. Все. И вот говорю, что такое церковь? Я нашел в полноте. Вот что в это входит? Все. За пределами этого круга церкви нету. Я на этом стою 51 год. И тут доказывать не надо ничего. А как тогда, где строить, как? А вот там, где есть. Я никуда не пошел в пустыню. А мы здесь и работали, трудились. Я работаю в невыносимых условиях. А работаю, однако. Выходят книги, книги, работают, звонят люди, обращаются. Сейчас звонят меня по интернету везде. Вот это то, о чем я думал. Я нашел ваши книги. Так а почему же вас не принимают? Почему патриарх к себе вас не вызовет там и прочее это? Я говорю, все впереди. Книги будут работать и без меня. Я не умру, как батюшка. Батюшка умер, и на этом все. Вот только молитвами помогать будет. Я остаюсь с вами. Сегодня главное препятствие распространения моих книг я. Моя личность, которая просто не привлекает их, священники, тем более они обижены, а тогда будет легче. Это я так думаю. Мне кажется так. Но из гроба я их всех достану. Я их привлеку к себе на могилу. Они узнают. И земельку щипать. У меня все время, я наказал, заламинированный Новый Завет, чтобы висел. И кто снимать, и написать, берите, у кого нету. Один Новый Завет на груди у меня будет лежать. Чтобы все время менялись. Смотрите за моей могилой тщательно. Чтобы все время Новый Завет меняли. А мало то 2-3 повесьте. Молодых ни одного нету. Я вам худо-бедно оставляю, допустим, 500 Евангелий, Новых Заветов. 2000 Евангелий. Повешайте, это моя работа. И думаю, я нашел бы. Нашел. Почему? Я искал критически. Я увидел, что более разложившегося, чем православие, по своему назначению нету, но это церковь. Так вы понимаете все это? Понимаю. А почему бы тогда не у адвентистов и у баптистов? Потому что это не церковь. У них нет херотонии от апостольских времен. Это самоизмышленное, на разных причинах построенное. Я не говорю ничего, кроме того, что они хорошие, они лучше нас. Они очень дружные, но они не церковь. Вот и все. Вот этот отец Сергий, который приходил-то, секретарь, да. Он всегда здесь был и там, когда мы были, он всегда был с такой улыбкой. Ну, мы же 3 раза где-то встречались, получилось. 2 раза у нас и тут, там у них. И он все время с такой улыбкой был, что, ну, типа, давайте говорите, говорите, все равно, куда вы денетесь? Да. И когда вы все это ему сказали, и он только... Он еще до конца не понял, но уже начал вам наводящий вопрос задавать. И он единственное только говорит, а как вы, думая так, нас поносите все время? Как же вы можете так, думая, нас поносить? И вот это его больше всего. Как нас любить можете? Как любить? И в то же время вы нас поносите. А я ему скажу так. Допустим, моя тактика подхода вам кажется неправильная. Ну да, ему кажется. Ну неправильно. Не лицемер. Я говорю о непорядках в церкви, что... Трупопоклонники, раскапывайте мощи, там все это не евангельское. Но почему через меня сектанты приходят, а через вас нет, если вы правильно это? Меня в Библии первое, что поразило, правда. Зачем было писать, что Лот, вырванный из Содома, теперь с родными дочерями спит? И они обе начинают за раз. Бывает, живут несколько лет, еще нет. Переспит ребенок от родных дочерей. И 2 народа от него возникли. И они были на учете у Бога. Бог не повелел их истреблять, Лотовых. Зачем это нужно было? Авраам отказался сестре, скажи от Сары, чтобы фараон... И мне будет хорошо, ты будешь у фараона. Я думаю, вот это да. А он ничего не мог сделать, зато он говорит. Иначе оба погибли бы. Бог вмешался, потому что он сделал правильно. Я где не считаю. И Петр отрекся. Кого я, куда я пристал-то? Предатели тут. Павел гнал. Да. Кому я пришел-то где-то? Но чем дальше я вникал, это до утра.
продолжалось. Я понял, она привлекла тем, что ничего не скрыла. Давид блудник, Давид гнусный убийца, он уголовник. Из Библии не скрыла, он кается. Я обнимаю ноги Давида и плачу. Как я рад, Давид, что ты написал псалтырь. Я такой же блудник и такой же убийца, только многократный. И ты показал пример, как Павел. Я первый из грешников. И вот это вот привлекло меня и наставило на путь. Ничего не скрывать. Мы говорим, собрание идем, я все в интернет выставляю. Некоторые говорят, так вот, чем занимаетесь, у вас он бардак какой-то. Ничего, я ничего не отвечаю. Всему свое время. Ну как, собрались изучать Писание, а разговаривать о чем? Он не понимает, что мы вживе хотим исполнить Писание. И поэтому жизненными примерами теперь разворачиваем эти страницы за страницей. Они не понимают этого. Ну и что не понимают? А ты как-то убеждаешь? Никогда. А почему? Это его путь. И, быть может, он прописан не у Бога, а в аду уже. Это его путь. Я спокойно к этому отношусь. И сразу он такой. То я сразу себе записываю и начинаю молиться. Я подтвердить хочу. Я, когда узнал о вас, ну, это, по книгам, я увидел, что здесь правда. А почему правда? Потому что ничего не скрывается. И вот это меня привлекло. И все об этом пишут. Вот. Пишут. Которые? Да как... А которые не понимают, вот, как Валя Конева, вот вы написали о Потеряевке. Да кто туда поедет, когда вы пишете, что у вас там творится-то? Какие люди-то? А как я должен писать? Это у людей. А покойника говорят только хорошего или ничего? Ничего. Это перефразированное. У римлян было так. А покойники говорят все или ничего? Все. Или замкни уста, ни одного слова не говори. Не ври, что он хороший был-то. Вот хулиган был. Зачем вы врете-то? Вчера я иду... Нет, позавчера иду в пятницу домой и к дверям подхожу к своим металлическим туда, войти в дом. И женщина какая-то такая, смотрю, ну нет, думаю, не хулиганка. И мы вместе с ней зашли, вместе в лифт. Она говорит, вам до какого? Я говорю, мне до 8-го. И она на моем этаже говорит, знаете, я социальный опрос делаю. И мы стали с ней, она мне опрос, ее от партии от каких-то послали. И дошли, она говорит, кто вызывает у вас большое доверие, вот, ну, вот так называет. И я там, кто-то да, кто-то нет, и дошла до священников. Но я сказала, что я верующая, что устроит ли вам мои ответы. Она говорит, ой, это устроит, вы будете как-то быстро соображать. А то как задашь вопрос, они стоят по полчаса, думают. Но мы и так прошлись, было где-то больше около 100 вопросов. И дошли уже до концу, кто вызывает доверие. И дошли, потом она, священники. Вы же православная, это уж я крыжик ставлю. Я говорю, больше всего у меня не вызывает доверия это священство. Она говорит, стоп, так вы кто тогда? Я говорю, православная христианка. Почему у вас не вызывает доверия? Ну, я говорю, вы понимаете, так вы же как? Вы же по Библии, я говорю, да? Я говорю, у меня Христос вызывает доверие, Слово Божие вызывает, Библия вызывает, а священники у меня доверия не вызывает. Она говорит, теперь я вас понимаю. Вы меня вот, все вопросы мои понимаете. Теперь я вас поняла, женщина поняла. Что говорить можно одно, делать это самое, называться христианином, а Слово Божие не любить. Так? Понятно. Я говорю, так? Она сразу меня поняла. Такая умная, но она кандидат наук, конечно. Это как сейчас дают, допустим, я не знаю, какое свидетельство на права машины, и нужно идти в психиатрию. А в психиатрии дают вопросы, не меньше 100, и на Третьякова они напоролись на нашего. Он ей отвечает, она, подожди, она забыла, что она должна брать тест у него, и она у него начала переспрашивать, это мне сгодится, записывать, мне это сгодится для работы, это сгодится. Он ей такие вопросы, а почему так ответили, ну, что объединяет, она называет, допустим, слон, крокодил, газель, что между ними общего? Ну, такие вопросы там где-то, или по работе, по действию, и он ее запутал. И она говорит, вот я никогда не думал, что вот это объединяющее есть. А тот говорит, ну вот это душа есть, у этого нет. Он быстро разлагал каким-то, находил общее. То есть они наводящие вопросы, как у него шарики, у него будет здорово работает. Дикие животные, он весит-то. И он ее, она, подождите, я еще запишу. И она, видимо, где-то там начала другим говорить и пошла дальше. Мы еще не знаем на нашей почве, какие семена высеиваются. Это мы только случайно узнаем-то. Он разговаривает, и дорога рассказывала, я сидел и думал, вот это да, вот это уроки. Потому что верующий, я как-то стою на остановке, они вот с такой аппаратурой, с большой подходят. А вы не можете сказать нам, дать это интервью? Я говорю, а о чем? Ну вот, День Победы, как вы это, 9 мая, День Победы, как отмечаете? А что вы имеете под Днем Победы? Ну,
Вот это, я говорю, победа только тогда, когда человек победитель. Но если он над кем-то одержал победу, а сам грешник и утопает в грехах, блудник остался блудником и завоевал жен, и пошел теперь к своему гарему, и какой же победитель-то? У него ограбил-то. Победа – это Христос на Голгофе. Поразил сатану, главная победа. Я в это верю. Так, подождите, они... Гляжу, и второй подходит. Понятно? Когда был этот памятник репрессирован, жертва репрессии-то, а я сам зэк, жертва ГУЛАГа. И они меня окружили, там разные там эти, там снимки есть, берут у меня интервью. А как вы считаете, вот это надо было ставить? Надо. Памятник хороший. Но только нулевой результат-то. Надо показать, почему случились репрессии. Мы сеяли ветер, пожали бурю. А что нужно было делать? Как раз ничего не надо было делать, надо было молиться. Чтить власти. Нам никогда не достичь того уровня, того благосостояния, которое было до войны в 13 году, 1913. Никогда. И никогда у России не было такого правителя, столь милосердного, доброго, как Николай II. Вы даже не знаете этого. Ой-ой-ой, она тут глядит, она не знает, аппаратура бы не сгорела. С верующими разговаривают люди, начинают они из-под тишка, а потом они забывают, что они вопрос задали. Они задают не по программе вопросы. А вам надо покаяться, обратиться к Богу. А вам я как-то писал этот Тепляков. О Боге мы все думаем, но чтобы все 24 часа думать, это только Лапкин. 24 часа, ну это абсолютно правильно. Не просто молиться, а как, да, в какое время, как. Написано, непрестанно молитесь. Игнат Тихонович, я хочу еще, чтобы вы разъяснили вопрос. Вот я возвращаюсь к этому старообрядцу, который мне задал вопрос. Да. Я просто упустила тут этот момент. Он, значит, еще говорит, вот на кресте был распят Христос. Он принес жертву. А вы себя осеняете крестным знамением, вы святотатцы. Вот, то есть вот у них еще вот такое понятие, что вы... Ну, старобрядцев, это не старобрядец, это под именем его. Значит, это не старобрядец. Вот, а я еще так удивилась, думаю, какой же ты старобрядец, вы же креститесь, вы же сами крестные знамения. Нет, это обманщик. Он через это приоткрылся, ну, все. Вот, все. Закрывай с ним разговор. Это он обманщик. Да, как он может говорить против крестного знамения, когда человек молится, он тысячи поклонов делает здесь. Да, тем более у старообрядцев. У них лестник, они без лестника никуда не шагают. А может вернуться? Так, ну давай еще. Еще тоже вопрос. Скажите, вот ну, мы о католиках. 1056-54 год откололи. Раскол произошел. Мы, православные, все же их в составе Вселенской Церкви признаем. Да. А наша православная церковь их признает. Конечно. Я вот читаю последние дни вот такие материалы, и везде вот там, как будто наша православная церковь их вот до 54-го года, 1054 год, до сюда мы как единое целое, единое тело. А дальше, когда вот они отпадают от этого, как ну, они кто отпадает, считают... еще надо узнать, не, кто от кого это. Отпадает. Православные говорят, они отпали от церкви. Ну, так вот, я читаю, что православные это говорит, вот он пишет, и говорит, и тогда вот в 54-м году они сами себя отлучили от Вселенской Церкви. Как это так? Это, как это так? Как так а чего ради? Как узнать, что они отлучили? В догматике какие-то вопросы они говорят. То, что они приняли, что не так, как вот это понимали святые отцы, так причин раскола никакого не было отделения, никаких. Только главное, у католиков все приемлемо. Я не принимаю, что они бреются, это мне, но я его признаю и бритого. Главное неприемлемо, это называется примат папства, что папа должен быть над всей церковью всемирной и все патриархи. С этим никогда нельзя согласиться. Такого учения не было в церкви. Петр, Павел действовали различные, и Матфей не подчинялся Павлу. Чего ради жили? Андрей, апостол, не подчинялся Петру, хотя родной брат был. Как нет можно, можно это как-то определить? Ведь это же не определить, а что тебе это нужно? Ни зачем я прочитала у этого, почему забудь, я... Не читала ты это. Дальше что? Успокоилась, и нормально пищеварение пошло. Что ты думаешь, куда ты полезла бабка-то? Нет, это православную книгу я читала. Вот она подошла, это описывает, она пришла, батюшка, я читала Мейерхольда, там начинает священно, помнишь такое? Вот такое, он говорит там об этом, вот, начинает наворачивать, он послушал, и он глядит, а вот это секулярное движение там было, он говорит, дура, тебе замуж выходить надо, замуж выходи. То есть вся эта дурь с себя выйдет. Когда ребятишки пойдут, все, тебе не до этого будет. Онтологическое, и вот начинают там...
Ничего этого тебе не надо. Еще так, вот. Уйди с книжки оттуда. Случайно черкнешь и уже попортила. Забудь это, ты это не читала. Тебе это не надо. Ты думай о том, как сегодня помочь другим познать истину. И твоему Витеньке Матвеевичу. 93. Помолитесь. А правда говорят, что православные от апостола Андрея? Или да. История так сохранила. Правда история сохранила, что Андрей нашел на Киевский двор, водрузил крест и сказал, здесь воссияет вера, и прошел дальше. Это в проверить нельзя. А зачем проверять? Примем. Здесь вот есть записано. Хорошо, тогда второй вопрос. Если, допустим, православные от Андрея, католики от Петра, да. Почему, они, от почему именно в 1054 году петровцы и андреевцы распадались? Почитай, там все написано. Из-за чего было? Фотия, да? Какая причина была, как папские легаты приехали на престол, пришли, отлучая его, то есть повели себе... Но опять же, мы говорим о том, что нам преподают. Вселенский католическую собор, точку зрения здесь я не знаю. И поэтому мнение это мое никакого не, меня это не касается. Весь ответ. Я могу согрешить, осуждая православных или католиков. Слишком темная сторона. Понятно. Но разрыв любви это самое страшное было. Перестали любить друг друга. А теперь дальше войны пошли. Как ни говори, православные против болгар не воевали. А когда крестовый поход и шли Константинополь, разграбили, смели с лица. Вот это, наверное, большой причиной. Скорее всего, это и послужило большой причиной для этого. Да. Думаю, есть такие вопросы, которых касаться нельзя. Да. Моя позиция такая, я никогда, нигде не спорил с католиками. Никогда. Относительно бороды я буду говорить с ними. Ну, а о папсе у меня написано достаточно материалу. Да. Никогда не буду спорить, это церковь. И видя ксенза, я всегда подойду и благословлюсь у него. Благослови, отец! И все. А так как православное судит, а мне не касается. Нигде в канонах нет, что нельзя благословляться. В канонах нет такого. Нету. Я не нарушил ни один канон. Я признал благодатность католической церкви. Я признаю папу. А вот папа бы к вам пришел и как по первому чину принял бы, как есть, как патриарха. Подошел бы под благословение. У них сейчас туфли уже целовать не надо. Отменили это. Повыше коленку только. От меня не убудет. Я бы был рад, что приехал папа. Ну, видимо, он не приедет. Я каждый день молюсь за папу Венедикта. Каждый день. Вы знаете, что в России два патриарха? Ну да. Старообрядческий. Старообрядческий, левый православный. Александр. Это Калинин, кажется, Александр. Вот Андрей приезжал. Я ежедневно молюсь за них, за всех, за их пасту, пастыри. Ему, Александру, послал мой трехтомник, от него получил благодарность. А Русанцев живой еще? Да. Валентин. Вот Андрей приезжал, и от него люди были. И я послал ему трехтомник. Это церковь настоящая. Если бы приняли Белокривицкий, я бы им послал. Папа принял. Ну, вот поедем когда по Европе-то. К бабскому дворцу подкатим. Он вас благословит. Он благословит. Он добрый. Ему скажут, приехали православные. Мы ему поклон передадим. Он даже с вами встретиться может. Они вон не такой, как наши. Они в интернет сразу зайдут. Первым делом. Вот я в одном книге даю, да книги эти в краевой библиотеке. А как знать-то? Ну, одна гляжу, ушла, а потом выходит. Я, говорит, зашла книги, там у них, говорит, Шишковки, давайте книги сюда. То есть они боятся, сказали экстремистскую литературу не принимать. Какая экстремистская, когда всех зову к милосердию, к любви друг к другу. Не буду же я призывать, давайте, баптистов гнать или кого-то. Я могу говорить, что надо быть свидетелями и жизнью показать. Самое главное, не слова действуют, а жизнь. Вот отец этот, Олег Стеняев. И у него обратился руководитель, или кто он там был, Заокская академия адвентистов. И он просчитал, отец Олег Стеняев, это, может сказать, единственный сегодня, я его держу на первом месте, который точно по Библии беседует с сектантами. И он сказал, кто из сектантов желает встретиться в такое-то время. И сектант пожелал там из этой академии, приехал адвентистской-то. Ну и мы, говорит, беседуем с ним, все. И он говорит, у меня поезд-то, говорит, ушел уже, завтра только будет-то. Ну куда теперь? Куда? А я тогда сказал, послушник там внизу церкви, там найди место там где-то там, положи. А вечером, говорит, я уже его отправил, ну поздно уже. Открыл холодильник, у меня там курица. Вот знаете, зона есть такой фильм, там, который назвали «Сало», он вся эта курица жрал-то. Я говорю, а вы видите-ка, он вот такой вот отец Олег. Я подумал, я свое съел, я взял эту курицу и понес тому сектанту и угостил его на ночь этой курицей.
Когда тот сектант обратился к Богу, там через 2-3 года он пришел, я его спрашиваю, там, говорит, Сергей, или как, и говорит, ты скажи, вот, когда ты обратился, что именно тебя тронуло? Вот самый такой критический момент твоего обращения какой был? Какое-то место писания, я думаю, какие места удачные я находил, говорил. Я обратился конкретно в место писания. А он говорит, батюшка, мне неудобно говорить, что меня больше всего тронула курица. Что такую курицу жареную, такую там в фольге запеченную, и вечером ты сам спустился, пришел и сам отдал, еще уговаривал, возьми, поешь. Это так меня по-человечески тронуло. Я стал смотреть, оказывается, и у попов что-то есть хорошее. А их учили так, что это изверги рода человеческого, только трупы лизать могут. Вот какое дело. Наша жизнь, она более звонко проповедует о нас, нежели наши слова. Вот сейчас люди, которые в интернете знают про библиотеки, они еще много не знают. С сегодняшнего дня я работаю в Ютубе. Так что помолитесь, что мне Бог до конца открыл эту тайну. Мы уже выставили около 10 роликов в течение одного дня. Валя в Ютуб заходит. А? Валя в Ютуб заходит. Взгляни только, Игнатий Лапкин, больше ничего не надо. Сейчас там целая лента идет. Так, рубить по частям, что сегодня было, сам выступил, а об этой говорил, второй раз говорил, небольшими такими, а я буду целиком сегодня гнать все. Я только целиком, я не умею резать. Кому надо, выдержит. Да когда перемотать можно в случае чего? Да, ну что, молись. Да, да. Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю Небесную, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог, Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал святую веру в Тебя и ожидание суда Божия и страх пред Тобою. Аллилуйя. Благодарю за день, когда Ты вручил мне святую Библию, неизменное Слово Твое, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Богом и грешным, не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И душу мою проведи по мытарству, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Ян, Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Святителю Христов, Николая, моли Бога о мне, грешнем. Благодарю за услышанную молитву о людях и животных. Исходатайся у Господа Бога помощи нам издать книги, если угодно это воле Божией. Никола Чудотворец, яви это чудо, помоги, ибо мы немощные и нищие. Святые пророки Илия, Елисей и все святые пророки, молите Бога о нас. Господи Боже, исполни церковь Твою духом пророческим, чтобы день прихода Твоего и отшествия нашего не застал нас неготовыми. Но вышли навстречу Тебе жениху с горящими светильниками и сосудами, полными елея добрых дел,
соделаны в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, всенебесные силы, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, молите Бога о нас. Первый Верховный Петр и Павел, молите Бога о нас. Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Спинский, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. И укрепи молодежь, детей, дабы никто не оказался опоздавшим. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и все святые отцы, молите Бога о нас. Сохрани нас в святой православной вере. Не дай уклониться нам в раскол, в ере, в заблуждение, в секты. И замыслы еретиков в ничто преврати. Благослови правителей в этой стране. Обрати их, Господи, на путь покаяния. Господи Боже наш, слава Тебе! Святые жены и девы, молите Бога о нас. Фёкла Первомученица, Плотина, Самарина, Феврония. Даруем послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! И прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, владыка жизни нашей, услыши нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Тебе слава за все, единосущая и нераздельная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, владыка, слушает и слышит раб Твой. Да познаем волю Твою и исполним ее. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Так, закройте. Материю возьми, закройте.